Литературный фестиваль «Живое слово» – проект, посвященный Году литературы. Его реализация стала возможна благодаря поддержке Норильского никеля. В рамках проекта манчегорцы смогли встретиться и пообщаться с известными российскими писателями. И вот в Центральной городской библиотеке состоялась завершающая встреча фестиваля. В гостях у манчегорцев побывали мурманские писатели Михаил Аришета и Надежда Большакова. Напомним, что проект стал одним из победителей конкурса социальных инициатив в рамках благотворительной программы Норильского никеля «Мир новых возможностей». Цель фестиваля «Живое слово» – популяризация книги. Встреча с авторами известных произведений вызвали у манчегорцев неподдельный интерес. Цель проекта была, когда писались, приблизить читателя. Ну, популяризация книги – это один момент. Но, с другой стороны, мы живем в таком, в общем, провинциальном городе, когда у нас нет доступа, вот как к встречам с писателями, которые вот в живом общении, потому что в мегаполисах это живое общение принято в книжных магазинах. У нас в силу, так сказать, удаленности от этих городов мы это себе позволить не можем. Поэтому мы приглашаем их к себе, они с радостью приезжают и общаются абсолютно, я бы сказала, не только на литературные и на окололитературные темы. Гости библиотеки Михаил Аришета и Надежда Большакова с манчегорцами хорошо знакомы. Обоих авторов объединяет безмерная любовь к Кольскому краю. Михаил Аришета по совместительству краевед и поисковик. Много пишет о войне в Заполярье. Аудитория собралась грамотная. Многие читатели хорошо знакомы с творчеством писателя. Ну, во-первых, он пишет о войне, тематика Кольского полуострова. И, во-первых, очень подробно описывает боевые действия на Кольском полуострове. Вот. Ну, я книгу только о партизанах читал. Могу только о партизанах сказать. Партизанские соединения здесь. То, что рассказывал, здесь погибло 40 тысяч на боевых действиях. Это действительно так же. Так. И его книжки очень увлекательные. Надежда Большакова некоторое время писала книги о саамской культуре. Но на встречах чаще всего о конкретных своих произведениях она не рассказывает. Читателям интересны более глубокие темы. По книгам это когда презентации проходят, тогда мы говорим о... А детям важно вообще взгляд писателя на жизнь. Как дети всегда задают, как вообще писать. Откуда начал писать, то есть им интересно вот твоя писательская судьба, вот это интересно. А взрослые, ну, у взрослых свои вопросы. Со старшей публикой писатели обсудили важнейшую дату – 70-летие Великой Победы. Надежда Большакова прочитала несколько рассказов из своей новой книги, основанной на воспоминаниях военного детства. По инициативе краеведа Михаила Аришета группа ребят из Манчегорска примет участие в установке мемориальной доски Леониду Ивановичу Мустейкису. Он был призван на фронт из Манчегорска и погиб в октябре 1944 года. Повторив подвиг Александра Матросова, закрыл своим телом амбразуру пулемета.